Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я являюсь профессором кафедры хирургической болезни Бухарского государственного медицинского института. И сегодняшнюю лекцию я хотел посвятить одному из актуальных проблем кардиохирургии, экстренной хирургической вмешательства при клапанах коротких сердца, осложненных инфекционным эндокардитом. Заболевания характеризуются приобретенным или врожденным тонкими изменениями клапанного аппарата, приводящими к нарушениям внутрисердечной, а впоследствии легочной и системной гемодинамики. Этиология формирования малоклапанных пороков сердца, по нашему мнению, является в первую очередь ревматизм, инфекционный эндокардит, кальцинирующая болезнь, травма, наследственные заболевания, системные заболевания соединительной ткани и врожденные пороки. Частота поражения клапана сердца, по нашим данным, является следующей. Пороки митрального клапана все-таки наиболее часто встречаются, они доходят до 60-65%. Артальные пороки до 18%, пороки трехсекундального клапана до 8%, а сочетанная патология нескольких клапанов до 15%. Инфекционный эндокардит – это септическое заболевание, вызванное патогенной или условно патогенной микрофлорой, морфологическим субстратом которого является полипозно-язвенный деструктивный эндокардит клапана сердца, проявляющийся острой клапанной недостаточностью системными эмболическими осложнениями. Вегетация, которая является основой осложняющих факторов, состоит из фибриновых наложений, тромбов, форменных элементов крови, разрушенных тканей сердца и микроорганизмов. Эпидемиология. По данным литературы, встречаемость эндокардита на 100 тысяч в год примерно 6-6,5. Динамика заболевания, она нарастает, в последние годы доходит до 18%. Возраст больных самый активный период, это 20-50 лет. Летальность при консервативной терапии доходит до 40%. А при хирургическом лечении летальность остается в пределах 8-11%. По этиологическим факторам основным является коковый инфекция. Это звенящий стрептококк 40-70% случаев, стафилококки 15-27% случаев, энтерококки, пневмококки, кишечная палочка, протеи до 15% случаев, и грибки до 10% случаев. Факторы риска инфекционного эндокардита, они разделяются на два. Это внутрисердечные факторы риска, к которым относятся врожденные приобретенные пороки сердца, наличие протезных клапанов и наличие пролапсов клапанов. Внесердечная инфекция – это применение инвазивных методов исследования, наркомания с внутривенным введением наркотиков, вторичный иммунодефицит, операции, затрагивающие слизистые оболочки дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочевых путей при наличии инфекции данных органов. При патогенезе инфекционного эндокардита выявляют следующие этапы. Это первое – бактерия, второе – это повреждение эндотелия, третье – это ослабленное,
ослабление резистентности организма. Я бы хотел объяснить патогенез возникновения основных факторов, осложняющих это возникновение вегетации. При гемодиализме микроповреждения эндотелия, микроорганизмы, имеющие фибрин, связывающие от гемодиализма, фиксируются сгустком фибрина, образуются в местах контакта крови с внеклеточным матрицем, стромальными клетками. Начальные этапы инфицирования эндокарда микроорганизмы, фибринектин, связывающие от гемодиализма. Первое. При местном воспалении эндотелиальной клетки экскретирует интегрин, который связывает фибринектин плазмы, которым фиксируются микроорганизмы через фибронектин, связывающий белки клетки и клетки. Это приводит к интерлокализации бактерий. В ответ на инвазию эндотелиальной клетки продуцирует тканевой фактор цитокин, который поддерживает локальное тромбообразование и распространение воспаления. Третье, эти внутриклеточные бактерии лидируют эндотелиальные клетки, делая возможным контакт крови с эндотелиальными факторами, что также способствует локальному тромбообразованию. Фиксированный микроорганизм привлекает моноциты и индуцирует продукцию тканевого фактора и цитокин. Эти медиаторы, в свою очередь, активизируют тромбоциты, индуцируют продукцию цитокина, способствуют дальнейшему отложению фибрина, тромбоцитов и росту так называемых видов тканей. Мы у себя провели морфологические исследования участки наших данных с инфекционным эндокардитом. Результаты были следующие. Смешанная флора выявлена была у наших больных 42% случаев, а грибковая флора 5% случаев. Характеристика вегетации на клапанах сердца. При исследовании вегетации мы их разделили условно на две группы. Первая группа – это вегетация размером 0,1-0,8 см. Вегетация на клапанах сердца 0,9-1,7 см – это вторая группа. По нашим данным, из числа наших оперированных больных, обследованных эндокардитом, у 56% больных была первая группа, у 34% вторая группа. Частота эмболических осложнений в этих группах. В двух группах эмболические осложнения отличались у 33% больных. По данным литературы, эмболические осложнения при инфекционном эндокардите доходят до 60-67%. В первой группе эмболии встречались у 11,5% больных, из них почечные эмболии 5,7%, селезенки 5,7%. Во второй группе эмболические осложнения имели место у 74% больных, мозговые эмболии почти 30%, эмболии в легкие у 26%, эмболии сосуда нижних конечностей у 15%. В течение послеоперационного периода у больных второй группы характеризовалось склонность к повторным массивным эмболиям, что еще более усугубляло течение основного заболевания. Доктальная летальность в первой группе составила 1,9%, во второй группе 7,4%. Инфекционный эндокардит классифицируется таким образом. Первичный инфекционный эндокардит, вторичный инфекционный эндокардит, нозокомиальный, неназокомиальный, пролеченный, активный, левосторонний, правосторонний. Клиническая картина характеризовалась проявлением лихорадки, проявлением ознобов, потливости, одышки,
и остальных симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Лабораторная диагностика при этом мы выявляем картину анемии, лейкоцитоза, увеличение крови оксидантов эритроцитов и повышение титра С-реактивного белка. Критерии диагностики, которые нам предлагает известная клиника из Америки, Дюковская классификация называется это еще. По этой классификации основные большие критерии инфекционного эндокардита — это в первую очередь положительная гемокультура, второй очередь — это кардиографические признаки инфекционного эндокардита. Это вегетации, абсцессы, фистулы и регуритации на клапанах. Дополнительные малые критерии, так называемые, предшествующие заболевания сердца или непрерывное введение медицинских препаратов, температура свыше 38 градусов, эмболические осложнения, иммунные нарушения, это глобулярные 30 и другие заболевания. Диагноз клинический инфекционного эндокардита считается достоверным, если представлены две основных или один основной, три малых или четыре дополнительных признака. Диагноз клапанного инфекционного эндокардита считается возможным, если представлен один основной и один дополнительный критерий, или три дополнительных критерия. Диагноз клапанный инфекционный эндокардит отвергается при наличии альтернативного диагноза, объясняющего выявление этих проявлений. Принципы лечения. Лечение должно быть этиотропным, то есть направленным на конкретные возбудители. Для лечения следует применять только такие антибактериальные препараты, которые обладают бактерицидным действием. Третье. Терапия инфекционного эндокардита должна быть непрерывной, продолжительной, при стрептококковой инфекции не менее 4 недель, при стафилококковой не менее 6 недель, при гамма-сенсательной флоре не менее 8 недель. Лечение должно предусматривать создание высокой концентрации антибиотиков в сосудистом русле и вегетации, предпочтительно непрерывное введение антибиотиков. Критериями прекращения лечения антибиотиками следует считать полную нормализацию температуры тела, нормализацию лабораторных показателей, отрицательные результаты бактериальных потерь крови. При нарастании признаков иммунопатологических реакций целесообразно применение глюкокортикоидов, антиагрегантов, противогрибковые препараты при инфекционном эндокардите, грибковые природы, применяются так. Антиагреганты применяются для профилактики тромбоза. При неэффективности консервативного лечения в течение 4 недель показано хирургическое лечение. Показаниями хирургии при инфекционном эндокардите являются следующие. Первое – это перфорация или отрыв клапана с развитием острой сердечной недостаточности, артериальная тромбоэмболия, абсцессы фиброзного кольца, грибковый эндокардит, который 100% случаев приводит к смертельному исходу, если не осуществляется оперативное вмешательство, инфекционный эндокардит клапанного протеза, обусловлено особо вирулентной флорой и неэффективность этиотропии. Терапия в течение 3-4 недель. Вид операции по сроку выполнения. Экстренная операция, это в течение 24 часов, выполняется по жизненным показаниям. Срочная операция в течение нескольких месяцев. И плановая операция проводится после 1-2 недель антибактериальной антибиотической терапии. Оптимальным моментом по нашим исследованиям является следующим. Это период бактериемии и деструкции.
принципы кирунистики, это первое, ликвидация инфекционного очага, гемодинамическая коррекция порока, надежная фиксация протеза, предупреждение развития рецидива инфекционного эндокардита. Интероперационно. В нашей клинике мы разработали лечебно-профилактические мероприятия, которые были направлены на улучшение результатов клинической коррекции инфекционного эндокардита. Первое – это механическая клиническая санация инфицированного участка сердца, имплантация клапана с антибактериальным свойством, гипертермическая перфузия и антибактериальная терапия, включающая антигрибковые препараты. Выбор протеза. Немаловажный фактор играет возраст больного. Для молодых пациентов с негативным нативным эндокардитом предпочтительно механический протез. Протезом биологического характера мы покажем пациентам старше 60 лет. Это видео искусственный клапан сердца, который применяется в нашей практике. В последнее время очень популярным клапан Стенчик и биологический клапан Карпантик Эдвард и Стенчик. Особенности инфекционного эндокардита при пороке артального клапана. Это аортальное фиброзное кольцо, поражающееся клинично, деструктивно для химических репликативных воздействий со стороны инфекционных микроорганизмов и возникновение абсцесса фиброзного кольца аортального клапана. На картине до операции мы видим именно эти поражения. Механические протезы клапана сердца. Положительно то, что теоретически неограниченный срок работы этих клапанов. Отрицательная сторона – это необходимость пожизненного применения антикоагулянтной терапии, а также шум работы клапанов. Биологические протезы. Положительно то, что отсутствие необходимость антикоагулянтной терапии. Второе – это отсутствие шума работы клапанов. А отрицательный момент – это через 5-10 лет, в зависимости от возраста, наступает дегенерация и кальцинирование биологического клапана, что требует повторной операции. Гипертермическая перфузия. После снятия заражения колодца, окончания каждой груди, температура в 15-20 минутах повышается до 38,5-39. Воздействие на микроорганизм – это восстановление иммунобиологических свойств пациента. Воздействие на микроорганизм – это интенсификация метаболизма возбудителя и усиление эффективности действия антибиотиков. Послеоперационное лечение. По данным литературы, вам говорят, летальность составляет около 10%. При хирургическом лечении летальность, как я уже говорил, около 8-11%. Нам нужно обязательно остановиться на теме профилактики инфекционного эндокардита после операции. Стандартное – это амоксициллин, волнаровой теплотой за час до процедуры, спустя 6 часов после назначения первой дозы. Разовая доза 1 грамм 2 десятых, введение ТС. При наличии аллергии эритромицин триаз 0,5 граммов ТС за 2 часа до процедуры. 56 часов
очень уменьшенный перец был. При невозможности перорания терапии ампицилин по грамму внутримышечно, внутривенно за 30 минут до процедуры 56-180 миллилитров. Пиалидин к инсулину, амоксициллину, ампициллину при невозможности приема перорально назначается клиндамицин 300-150 миллиграммов внутривенно за час до процедуры после приема перорально. Бесплановых операций на мочу, выделительные функции, грудь, печень, тракты, антицилин, гентамицин, 85 мг, внутривенно, амоксициллин, клавулановая кислота, за 30 минут до процедуры, 56 часов после первой дозы. По нашим данным, учитывая сочетание грибковой природы инфекции, мы назначаем рекомендуем флуконазол 150 мг плюс к основному лечению. Профилактика. После инвазивных процедур один из 5 нелеченных пациентов имеет шанс получить эндокардит. Следовательно, только один из 10 эпизодов возникновения инфекционного эндокардита может предупрежден за счет профилактической антибактериальной терапии, назначенной до инвазивного исследования. Антибактериальная профилактика перед стоматологическими, инвазивными хирургическими методами или инвазивной диагностикой является стандартной. Американская сердечная ассоциация АХА рекомендует специальный протокол для профилактики инфекционного эндокардита у пациентов из групп высокого риска. Такая профилактика должна быть обязательной при выполнении цистоскопии и колоноскопии. В центре хирургии имени Васильева было оперировано 215 больных с инфекционным эндокардитом клапанного. Мужчин было 54, женщин 46. Функциональный класс помеха мелкой аппликации 66% случаев была тяжелой степени 4 класс функциональной. Методы исследования – это общеклинические анализы, рентгенография, электрокардиография, транспаратальная эхокардиография, трансфузионная эхокардиография. Мы выполнили 40,5% исследований. Ангиокардиография в 10, гемокультура вынесена 39%, и гистология 47,5%. Рентгенограмма грудной клетки больной центральной недостаточности. Как мы видим, тенсия увеличена с поперечной обе стороны. Право выступает в левом пресете, легочный пол почти не выступает. Функциональная диагностика. Основным методом является эхокардиография, современный наиболее точный метод диагностики большинства болезней сердца и сосудов. Наши клиники эхокардиографии выполняются на ультразвуковом аппарате экспертного класса Апустон Сетлер, разрешающая способность которых позволяет видеть работу сердца и его структуры в реальном масштабе времени, рассчитывать размер сердца, скорость кровотока, магистральный сосуд и определить давление по волосках сердца в компьютерной обработке. Клиническая характеристика по данным трансферальной эхокардиографии до операции. Как мы видим, основным показателем, который дает нам основание говорить о патологии, это, конечно, для клиники объем который мы увеличим. Также мы обратили внимание на показатели практики. Клиника и теоретические характеристики больных.
Как мы видим, гинекологический 6%, поэрми 122%, а в том большая группа это стоматологические заболевания до 63%, любое заболевание до 90%. Микробиологические исследования, которые мы провели в нашей больнице, показало, что грамма отрицательная палочка была 9%, положительная 2,5%, стафилококкус ауреус 7%, псевдомонас ауриноза 6,3%, эпидермис 5%, особо надо отметить выявление кандида 3%, 5% случаев, и клестрелла 4% случаев. Положительная гемокультура выявлена 39% случаев. Из них грамотрицательные 8 из 8, белковые 5%. Это морфологические исследования, которые дали нам основание судить о структуре изменений клапана. Среди волоконных клапанов в индикации встречаются небольшие круглые тельца, несевидные структуры с интенсивно отрядочным эпидемиологическим, который представляет собой мицелий гибкий. Оперативное вмешательство. 50% случаев проведено протезирование митрального клапана, 24% протезирование артального клапана, 3% случаев протезирование предпоседального клапана. Двухклапанное протезирование митроартальное выполнено 60% случаев. Репатрезина нейтрального клапана 3%, и протезина нейтроартального протезидального клапана 1%, удаление ненародного тела 3%. Непосредственные результаты. По нашим данным, общая запитание витания была 6,9% пищи. От острой сердечной недостаточности 3%. Септическое состояние 7% случаев, тромбоэмболии не отмечено. Всего 9,3%. Предиктор госпитальной летальности. Это активный инфекционный эндокардит. Это конечно диастолический объем левого желудка больше 240 мл. Конечно, диастолический размер левого желудка больше 6,5 см и функциональный класс 4 по нервной ассоциации. Осложнение. Сердечный остаток отмечен почти у 60% случаев, дыхательная недостаточность 18%, коагулопатия отмечена в 11%, тромбоэмболии 29% случаев, септическое состояние 8% случаев, медиастенит возник в 24% случаев. Вывод. Эхокардиография является наиболее информативным методом ранней верификации инфекционного эндокардита, который положительный результат дает почти 98% случаев, и позволит вам определить оптимальные сроки и показания хирургической методики. Морфологическим исследованием установлено, что в процессе формирования микробных ирритаций преобладает снежная форма, которая в 42% случаев обусловлена присоединением грибковой микрофизы. Это свидетельство о целесообразности кассетного применения антибиотиков и грибковых препаратов для клинического эндокардита. Анализ факторов риска клинического лечения при инфекционном эндокардите показал, что сепсис и увеличение антибиотического размера 6,5 см, антибиотического объема левого желудка больше 240 мм и функциональный класс 4 по метра являются неблагоприятными предикторами госпитальной летальности. Комбинация лечебно-профилактических мероприятий и хирургическое лечение инфекционного эндокардита является эффективным методом и позволило снизить госпитальную летальность с 93% случаев до 51% частоты инфекционных осложнений
46,5% до 20%. Спасибо за внимание.